Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я буду распаковывать посылки, но не одна, а с вашим братиком Святиком. Привет. Святик, выбирай посылку. Нам ножницы прилетели и распаковываем. А начнем мы вот такой посылки. Кстати, пока выбираем следующую посылочку. Штуки, которые нам попались. Да, спасибо. Да. Это есть вещь игрушки. А это не игрушка, что-то интересное. Она вот этой штучки, и это такой пушистик желтый. Так, мне надо раз, два. Сейчас я с бумажки сниму количество. Живая моя змеюка, живая моя змеюка, моя живая змеюка ходит по руке. Кстати, с глазками, и моего любимого цвета, желтого, яркого. Знаешь, я люблю золотой и черный. Так, эту штучку отдаем. Вот эту. И открываем последнюю посылку. Как ты думаешь, что там? Понятно. Yeah.
покрашены в белый цвет из дерева. Очень красивые. Это на день Святого Валентина. Ну и ставьте лайк, кому понравилось это видео, и дизлайк, кому не понравилось видео. Подпишись на мой канал, ты увидишь много интересного. Всем пока!